Всем привет! В этом видео я покажу, как полноценно сохранить игру. Как вы знаете, в последнем обновлении добавили возможность приостановить цикл и выключить игру и продолжить с того же места. Но то ли они так накосячили, то ли просмотрели, или специально так было задумано, но игру можно сохранить полноценно. Заранее извиняюсь за качество картинки, потому что платы видеозахвата у меня нет. В общем, дошли мы до определенного момента. И хотим сохранить. Ну, чтобы не начинать все сначала, там, когда много чего собрали, допустим, интересного. Также приостанавливаем цикл. Выходим с сохранением. Закрываем игру. С помощью подписки PlayStation Plus можно сохранить с памяти консоли в облачное хранилище. Вот, запоминаем время. 16.02. Копируем сеть. Сразу отключаем автосохранение. То есть у меня уже выключено. Можно проверить статус. Автосинхронизация отключена. Запускаем игру. К сожалению, эти заставки не сократить. Немножко придется подождать. Ну, по крайней мере, вы видите, что я все одним дублем снимаю. Без монтажа. Что все действительно работает. Заранее извиняюсь за спойлеры, если кто не видел. Сейчас наша задача быстро помереть, чтобы продемонстрировать рабочую схему. Вот мы возродились с помощью артефакта. Бежим, снова помираем. Придется немножко подождать, но это специально, как говорю, делаю без монтажа, чтобы видели, что все работает. Ну, теперь точно. Персонаж умер. Нам предлагают начать игру сначала. Но это ничего страшного, мы ведь сохранились. Выключаем игру. Копируем наш сейф обратно с облачного хранилища. Поэтому и нужно отключать автосохранение. Синхронизацию, чтобы наш сейф не перезаписался. Загружаем в память консоли. Запускаем игру. И продолжим играть с того же места. Вот такой вот рогалик с новым обновлением. Можно сохраняться. Приятной игры. Всем спасибо.